Описание представленных томограмм. Пациента 1968 года рождения. От 31 августа 2019 года. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Третий и четвертый желудочки мозга не изменены. Цистерна основания мозга прослеживается, не деформирована. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мост и мозжечковые углы свободны. Сильвиевые щели и эпикондисектальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Субкортикально, пара и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются многочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 3-4 мм без перифокального отека. Перивускулярное пространство верхового робина не расширены. Краниоспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования без особенностей. Заключение. МР – картина многочисленных очагов головного мозга, рекомендованный МРТ с контрастом для исключения демиелинизирующего процесса. Консультация невролога. МР-контроль 14 сентября 2019 года с контрастированием и ангиографией. При МР-ангиографии артерий головного мозга, выполненной в режиме 3D-TOF-VET, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева симметричны по диаметру интенсивности МР-сигнала. Обращает на себя внимание гипоплазия правой передней мозговой артерии в сегментах А1 и А2. Основная артерия расположена срединно. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм артериовенозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Обращает на себя внимание гипоплазия правого поперечного синуса. Его диаметр 4 мм, левого 9 мм. При введении контраста ранее описанные очаги контраст не накапливают. На отсроченных томограммах накопления контраста в очагах также нет. Заключение. МР-картина гипоплазии правой передней мозговой артерии, правого поперечного синуса. МР-признаки демиелинизирующего процесса не выявлены. Врач-рентгенолог КМН М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники «Медиус», ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУ имени Мечникова. Комментарий врача. Добрый день. Данных за РС у вас нет. Очаги контраст не копят. Появление очагов вызвано уменьшением диаметров сосудов, питающих мозг, передней мозговой артерии справа и правого поперечного венозного синуса.